Приветствую вас, дорогие мои весы. С вами опять я, Татьяна Шаманова. Сегодня у нас прогноз на неделю с 24 по 30 июля. Давайте посмотрим, какие же события вас ожидают, какие конфетки, какие занозы, что нашепчет вам оракул затмения и так далее. Ну что ж, приступим. Итак, основные события этой недели. Каким будет ваш настрой, ваше настроение? Ого, друзья мои, ну вы прямо с разбегу и в дамки. Дьявол, мои хорошие, дьявол. Ой, что-то будет сильно-сильно хотеться вам сделать. Какая-то одержимость вас накроет или уже накрыла. И вы собираетесь воплотить, так сказать, в реальность все свои намерения, все свои желания. Ну, может быть, намерения связаны с какой-то очень крупной рисковой сделкой. Вполне возможно. Может быть, с какими-то любовными перипетиями, с отношениями, скорее всего, сложными отношениями. Может быть, с какими-то привязанностями. Ну, конечно, дьявол, он очень такой разносторонний товарищ. И многое что может показать, и по-многому может проиграться. Ну, давайте посмотрим, что события нам скажут. Может, избавиться от каких-то своих зависимостей хотите. Итак, о, туз пентаклей. Хорошо. Дама чаш. Хорошо. И паш жезлов. Так, три карты. Три сценария развития событий. Все сценарии очень благоприятные, вы это уже поняли, да. И такое ощущение, что это все-таки связано с отношениями, с какими-то материальными делами, финансовыми делами, потому что туз пентаклей уже намекает на какие-то сделки, выгодные сделки. То есть появятся шансы, появятся возможности. Может быть, они проиграются и как в карьере, может быть, в отношениях, новые знакомства, выгодные знакомства. Ну, насчет чувств я тут не скажу, а вот то, что будет присутствовать выгода в этих шансах, это однозначно, друзья мои. Так что ваша задача не пропустить. А дама чаш, ну, скорее всего, это несколько нестабильное состояние в течение недели. Это, знаете, как волнообразно, то вверх, то вниз, то посередке. Вот так вот может скакать настроение. То эйфория, то нейтральное, типа все по барабану, то ой-ой-ой, совсем все плохо. Дальше. Ну, не обязательно, друзья мои. Для кого-то дама чаш может проиграться каким-то творческим выплеском, да-да-да, вдохновением. Для кого-то может проиграться непосредственно какой-то персоной, покровительством со стороны этой персоны, или, по крайней мере, влиянием этой женщины на вас или на ваши дела. Ну, паш жезлов, конечно же, здесь у нас подарки, приятные приглашения, встречи, предложения. Вообще роскошная, конечно, карта. Очень энергетически емкая. Поэтому паш жезлов, он всегда несет импульс, энергетический импульс. Это, знаете, как пинок своего рода, да? Пинок к действию. Ну, это образно, конечно, выражаясь. Вот. Ну, конечно же, может связан с вашими детьми, с внуками. Поэтому, ну, что бы это ни было, мои хорошие, это только в плюс. Ну, давайте посмотрим, что там насчет плюсов в конфетках будет. Ну, карты хорошие выпали. Так, здесь у нас паш мечей выпал. Угу. Ну что ж, какая-то информация для вас ценная придет. Скорее всего, такого конфиденциального характера, но очень нужная для вас, для чего-то. Да, мои хорошие, для чего-то. Что-то услышите, что-то увидите, что-то случайно подсмотрите. Вполне возможно и это. Здесь, конечно, еще как вроде бы некая страховочка наблюдается. Да, есть опасения, и
может появиться необходимость не просто подстраховаться, а защититься, да, и от этого тоже. Но так как это у нас конфетка, друзья мои, это будет только все вам на пользу. Все у вас получится. И все вы сделаете правильно. Вот это важно, правильно, друзья мои. Может быть, знаете, общение. Общение с человеком, который занимается вот такими делами, сбором информации. Ну, может быть, детективы, может быть, что-то юридического такого направления. Ладно, а что у нас с занозой? Вот заноза у нас уже за окном. Солнце спряталось. Похоже, дождик собирается, стемнело. Ну ладно, туз мечей. Ну да, здесь, конечно, заноза присутствует. В каком плане? Что вынужденно вам придется расставить все точки над «и». Вынужденно придется искать выход из какого-то лабиринта. Да, выход из какой-то сложной ситуации. Но, тем не менее, не критично, мои хорошие. Вы его найдете. Вы уже нашли этот выход и уже, как говорится, направили свой карающий меч. Вот. Поэтому особо опасаться не... Это, знаете, даже такая заноза больше... Ну, предупреждающая это, само собой. Но она больше направлена в сторону... ваших оппонентов, ваших конкурентов, там, соперников и так далее и тому подобное. Как, идет как намек, понимаете? Как намек, что действуйте. Не работают старые методы, ищите новые, ищите выходы. Работайте, пусть напрягайте свой ментал. Да, необходимость какой-то информации, нужной информации, новой информации. Необходимость, может быть, начать что-то по-новому. Так, такая заноза. Вынужденные действия, я бы так еще выразилась. Ладно, а что нам подскажет оракул затмения? Что посоветует? О чем предупредит? Ну, в принципе, при вашем-то таком вот настрое, да, по дьяволу, тут, мама дорогая, глаз да глаз нужен. Поэтому... Может, и конфетка с занозой вот такие выпадают. Хотя и события-то тоже неплохие, я бы сказал. Даже хорошие. Возможно, вот эти шансы, страх потерять эти шансы, упустить эти шансы, приведут как раз к каким-то действиям. Ладно, давайте смотреть, что там у нас оракул нашепчет. Бездействие. Угу. Ну, тут двоякий намек, друзья мои. Кто слишком гонит лошадей, совет притормозить. Кто встал и не знает, что дальше делать, тут совет, конечно, наоборот. Наоборот, прекратить это бездействие и начинать что-то делать. Тут, да, двоякий совет, друзья мои. Все зависит от вашей индивидуальной обстановки, ситуации. Но в любом случае, карта бездействия, она как бы намекает. Подумайте. Прежде чем что-то сделать, подумайте обязательно. Остановитесь, сделайте тайм-аут. Вот так вот. Ну что ж, мои хорошие, на этом я закругляюсь. Мне остается пожелать вам, конечно же, обязательно здоровья, обязательно благополучия, обязательно взаимопонимания, любви. А самое главное – будьте счастливы. И до новых встреч на моем канале YouTube, Telegram, ВКонтакте и в Дзене.